Настоятельница Рождества Богородичного женского монастыря в селе Александровка игуменья Ермогена Кюлафлы отметила 60-летний юбилей. В честь этой праздничной даты божественную литургию в обители совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении викариев. За усердные труды настоятельница была награждена знаком отличия Одесской епархии в честь Касперовской иконы Божией Матери. Для совершения божественной литургии митрополит проделал нелегкий путь по бездорожью и полям. И монахини были рады, когда в день юбилея настоятельницы правящий архиерей в сослужении викарных епископов Аркадия и Диодора совершил божественную литургию. Главнейшее богослужение православной церкви. В таинстве Евхаристии человек получает вечную жизнь с Богом. Он удостаивается принять в себя самого Бога, вкушая истинное тело и кровь Христовой под видом хлеба и вина. Литургия увенчала духовное торжество женской обители, настоятельница которой празднует 60-летие. Нужно сказать, что Александровский женский монастырь – настоящее духовное место, которое особым образом взяла себе в удел Божья Матерь. Такую любовь Божьей Матери к православному народу обитель пронесла через века. И навсегда в памяти людей останется знаменательное событие явления Богородицы в начале прошлого столетия. Мы знаем, что глухой пастух, увидевший Богородицу, тотчас исцелился, а вскоре на том месте появился святой исцеляющий источник. Даже архивные документы подтверждают, что на произошедшее событие обратили внимание как духовные власти, так и светские, румынские. Благослови, душа моя, Господа, благослови, неси, Господи, благослови, душа моя, Господа, и все внутреннее мое имя святое Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. И сегодня вся Одещина присоединяется к поздравлениям и желает мудрой настоятельнице обширного женского монастыря, чтобы и далее Пресвятая Богородица, озаряя благодатным светом это место, и сегодня всем насельницам, за которых настоятельница несет духовную ответственность, подавала свою помощь, любовь и заботу.